У вас тут всего лишь апокалипсис, а мне к лету похудеть надо. Мотивирующие цитаты о лишнем весе от афоризм.ру. Теряя в уме, прибавляем в теле. Автор Эрик Берн. Желание похудеть требует уважения. Автор Елена Стоянова. Милочка, если хотите похудеть, ешьте голой и перед зеркалом. Автор Фаина Раневская. Один из способов похудеть – вернуть жизни смысл и цель. Автор Сирил Коннелли. Какой бы ни была ваша проблема, ответ не в холодильнике. Автор Карен Салмансон. Тело – ваш друг. Не обращайтесь с ним, как с врагом. Автор Эрик Берн. Успех – это сумма небольших усилий, повторяющихся изо дня в день. Автор Роберт Кольер. Прошлое изменить невозможно, будущее все еще в вашей власти. Автор Мэри Пикфорд. Вы пропускаете 100% бросков, которые никогда не делаете. Автор Уэйн Грецки. Оправдания не сжигают калории. Автор неизвестен. Некоторые люди хотят, чтобы это произошло. Другие делают это. Автор Майкл Джордан. Вы знаете, в чем секрет похудения? Не ешьте много. Автор Саймон Коуэлл. Ты должен есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Автор Цицерон. Делайте сейчас то, чем вы будете довольны позже. Автор Джойс Мейер. Выпуск подготовлен проектом Афоризм.ру. Поддержите нас и наших авторов. Спасибо!